Ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас продолжается пасхальная акция, и у нас еще есть возможность вывести чаровницу, огонь плюс чернобронный, ну лучше брать огонь плюс чернобронный, либо вывести можно вкусняшку, облако плюс гейгер, сейчас мы это и сделаем, либо вывести, ну в моем случае, это у каждого индивидуальный третий, это кирпич плюс туземец. Ну я пару комбинаций попробовал, у меня пока что не получилось, давайте сейчас вернемся к вкусняшке, у нас осталось 3 дня, может получится ее вывести, облако плюс гейгер. Так, ну облако-то мы найдем без проблем, облако. Это у нас вода, ветер, снег. Я часто его так со снегом путаю. Так, а вот гейгер, я все время забываю, какие у него там стихии. Металл, что ли? Гейгер. Я помню, как он выглядит, он такой зелененький. Да, но какие у него стихии, я вот что-то все время забываю. Так, давайте поищем. Чернобронный, кстати, да, вот тот, который нужен. Так, все нет, 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 значит, у нас не металл. Он такой, как будто бы радиоактивный, что же в нем такого может быть? Может, пустота? Ну, вот магнит, например, у нас тоже содержит пустоту. Так, ну заодно просмотрим. Рентген, нет, не то. Не то. Может, гейгер. Ну, это еще, для меня это счетчик гейгера радиации. Вот он. Все-таки энергия. Энергия плюс. Так, заодно мы получили еще очков. 14 часов. Ну, правда, не помню, что это должно получиться. Ну, мало, у нас же 2 дня, да, по-моему. Это у нас эпик, да, 2 дня, по идее. Ну и ладно. Так. Сейчас я покажу вам, что у меня тут по акции происходит. Как, в общем-то, мне Феликс подсказал, когда ему картинку тоже сбрасывал, такой, что у меня, оказывается, два домика были, ну, не засажены вот этой едой на 4 дня почти. Ну, и так вот хоть понемножку сюда ставлю. Ну, это, конечно, капля в море. Я так уже немножко подзабил, ребята, на самом деле, на эту акцию, потому что по поводу металла я вам рассказывал, что чтобы качнуть дальше того же Архангела, мне нужно качнуть еще 4 драконов, то есть на это нужно 4 миллиона еды, а потом еще его самого качнуть. В общем-то, у нас с металлом большие проблемы, то есть я не могу прокачать храм металла, пока не прокачаю троих, не, еще 4 драконов на 30 уровень, потому у нас с этим заминка, то есть этот замок мы, скорее всего, пропустим. Ну, то есть ничего толкового мы здесь не выиграем, вот так бы я сказал. Не то, что мы в этом пропускать собираемся, но тем не менее. Так, давайте сейчас попробуем все-таки на колдовскую арену сходить. Так, 16 против 610, должны мы сейчас затащить этот бой. Особо не хотел даже снимать, как бы так немножко расстроился, нечего снимать. Было по драконам, новый дракончик у меня еще только высиживается. Но, думаю, вам будет приятно и мне не тяжело. Если находится время, то я всегда с удовольствием сниму какой-то видосик. Так, ну, с двумя боями это проблем нет, а вот с третьим боем есть большая проблема. Так, ну, здесь было довольно просто. Так, сколько у нас там осталось ключиков до военного сундука? Боевого. Так, снова дают нам 16. Ну, давайте снова пойдем. Чё нет? Ух ты! Какой гаденыш. Давайте его разберем сразу по-быстрому. Довольно крепкий.
Ух ты ж ё, вот бывает такое, попадется такая вот ерунда крепкая. Ё-моё, чуть не завалил моего дракошку, блин. Вот даже не знаю, ребята, вообще стоит ли дальше с этим делом связываться. Ну придется, придется проходить. Просто не хотелось тратить остальных драконов своих. Но что поделаешь. Три боя не сможем пройти, значит. И самоуничтожение. Так, ну здесь 40-й. Блин, на самом деле еще очень много, но надо было выходить из этого боя. То мне усилялки-то закончились. Хотя нет, у него самые сильные были в начале, но они были слишком сильны. Так, 42. Иди ты в баню. Вот так вот мы сделаем. Хотя Архангел его, наверное, бы и затащил. Да, не стоило даже это усиление использовать, но ладно. Так, это наш второй бой, а на третий бой у нас уже не осталось никаких сильных драконов. Смотрите, у-у-у, какой ужас. Какой ужас. Так, ну, есть тигр. Есть вот эти дракончики. Но они вообще никак. Ой, апчхи. Будь здоров. Так. Ну да. Ух, и число, смотрите, какое. 666, да. Ну тут даже если попадется на минус 17... Туда, думаю, лезть не стоит. Ну, давайте просто зайдем, посмотрим, какой у нас там противник. Ну, 35-й на все звезды, это слишком крепко. Так, 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 так. Ну, а здесь, скорее всего, тоже, да? Это вначале будет какой-то слабый. Нет, нет, не слабый. 40-й на 2 звезды. Ну ладно, придется мне ждать, пока освободится 46 минут, пока освободится, вы поняли кто, осень. Так, тогда давайте сейчас заглянем. Я очки просто сейчас уже вот эти трачу, я их не собираю. Покажу вам просто, где я нахожусь. Через 54 минуты у нас все обновится. На 5 уровне нахожусь я. Вот мне, как видите, мне пришлось, по-моему, идти в обход. Да, вот металл, три дракона 42 уровня, я не могу, естественно, победить одним драконом 40 уровня, потому что звездочек у них столько же, сколько и у меня. То есть, ну, а с металлом у нас беда, даже гнев драконов не помогает. То есть приходится идти в обход. Ну, либо пропускать, либо идти в обход, я думаю, тут разницы нет. А, ну мы можем сундук открыть хотя бы. Ну и нам не фартануло. Кроликов я вот этих всех пособирал. Так, вот здесь один был. Вот здесь второй. Так, вот здесь у нас что? А, ну, это добро я могу пройти еще, да? Да, здесь есть зелень, здесь без проблем. То есть вот эти бои можно пройти, а вот, вот этот, то есть я уже не смогу пройти. Я открыл вот этот сундук. Вот сюда я не дошел еще. Ну вы поняли, то есть мне остался вот один сундук и вот второй сундук. Их-то я, конечно, открою. Вот третий кролик. Но. Но как-то тяжело. Тяжело и, ну, дни еще есть. Сколько там дней еще? 3 дня осталось, да? 3 дня, 18 часов. Ну, 5-й-то я пройду. А вот 6-й... Это вряд ли. Так, ладно, хватит о грустном. Так, тут я участвую. И тут я тоже участвую.
Так, давайте тогда смотреть дальше, что у нас тут есть по заданиям. Критические удары мне не интересуют. Ну, темницу сейчас не буду выполнять, наверное. Ну, в смысле, не буду задание переключать, а мы вместе с вами сейчас пойдем. Пойдем именно в темницу. Потому что здесь нам, по-моему, тоже... У, 50-й, да вы что, не-не-не. А ну, вот в этом, в легендарном мы где тут находимся. Есть ли у нас здесь шансы? Думаю, есть. Осень, тигр и факел. Ну, давайте попробуем. Ух ты, тут такое все темное, темное. А чё так медленно? Странно. Мне кажется, что уже ускорено, все как-то очень медленно. Ты выжил еще. Кстати, я же его тоже собрал. Это Растаф... Не, это... Я собрал Растафари. А это корни у нас были. Так, не, ладно. С боссом будем разбираться в следующей серии, ребятки. Потому что сейчас мы давайте лучше в темницу сходим. В темнице, надеюсь, нету режима героя. Шанс выиграть чародея. Кстати, неплохой шанс, нам бы не помешало, потому что у нас его как раз и нет. Так. Моя такая любимая троица в комбинации с рысью. Промахнулся. Ну так вот, факел практически всех ваншотит в подземелье, и это хорошо. Так, зомбик в следующей волне будет. Ну, ветер нам тут не страшен. Давайте всех светом шарахнем. Так, бой номер два. Ну, мы тут по-быстренькому сейчас все проскочим. Ну, беречь здесь нету смысла рысь, потому что факел сейчас всех порешает. Так, четвертый бой. С телефона, с компьютера не получается там посмотреть. Так, давайте так, вот так и вот так. Первая волна. И вторая волна. Начинаем все сначала. Так, Кицуне, до свидания. Надо было его энергией, конечно, шарахнуть. Ну ладно. Так, быстренько мы так шагаем. Ну, даже тигр почти тут ваншотит. Там можно и так. И туманчик. Последний бой.
Так, 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 ну все здесь просто и легко. Давайте сделаем вот так. Может даже получится быстрее пройти. Да. Вот так надо было делать. Ух ты, контузили. Черт. Нас тоже. Если можно так сказать. Вот и все. По традиции открываем крайний правый. 3 алмазика. О, можно было 8 получить. Но все равно. У нас здесь главного приза не было. Чародея мы не могли бы получить. Так, ну вот такие вот, в общем-то, были у нас дела, ребятки. В следующей серии у нас уже будет снова новый дракончик на прокачке. Но какой, я не скажу вам. Так что следите за каналом в разделе сообщества. Может быть, там кого-нибудь заспойлерю. А на этом все. Всем пока.